Здравствуйте, весна, время начала фестивального движения. И сегодня мы расскажем о некоторых музыкальных формах, которые в эти дни встречает приморская столица. Один из них – пасхальный. Этот фестиваль объединил людей совершенно разных – публику светскую и священнослужителей, любителей и знатоков музыки, взрослых и детей. Мы пришли сюда с нашими мамами. Мы хотим послушать хорошую музыку, посмотреть выступления достойных хоров, а также наш любимый хор ДВФУ. Мы очень любим ходить сюда, в театр. Это лучшее, что у нас есть в городе на сегодня. Прекрасная сцена, атмосфера всегда, когда мы посещаем, остаемся очень такие одухотворенные. Тем более здесь сегодня присутствует наш владыка Вениамин и наши святые отцы. Мне очень-очень даже это прям для меня как благодатно. Пасхальный фестиваль Валерия Гергиева уже в 17-й раз музыкой и верой объединяет страны и города. В 4-й раз к нему присоединяется Владивосток. Этот замечательный фестиваль, я думаю, очень способствует объединению душ русских, объединению хоровых коллективов, потому что мы видим, сколько сейчас участвует в нашем пасхальном концерте коллективов, дирижеров. Это та соборность, наверное, к которой стремится вообще русская душа. По традиции фестиваль включает 4 направления – симфоническую, хоровую, камерную и звонильную программы. Владивосток собрал хоры. Более 100 человек вышли в этот день на сцену. Конечно, для нас, певчих храмовых, не очень это привычно, сложно. Но с 3-го раза у нас стало получаться. Но самое главное – настрой эмоциональный. Акустика хорошо помогает, и звукооператоры помогают, и все хорошо помогает. В этот вечер рядом с сочинениями академических композиторов Чайковского, Чеснокова, Рахманинова, Свиридова звучали отрывки из богослужений. И вся эта музыка была понятна. Она объединяла людей ощущением светлого праздника и веры. Если пасхальный фестиваль «Владивосток» встречают в 4-й раз, то «Дальневосточная весна» уже давно стала музыкальным брендом приморской столицы. Уже в 27-й раз этот форум объединяет любителей классики. У фестиваля давно есть свои фанаты, для которых определение «Дальневосточная весна» вызывает устойчивые ассоциации. Я сама в прошлом немножко музыкант. И моя сестра работает в оркестре, и я хожу постоянно на концерты, и фестивальные, и не только фестивальные, так что я тут частый гость. Я думаю о музыке. Приятная музыка, приятные люди, музыканты знакомые многие. Ассоциации самые весенние, весна, апрель, и как всегда это традиционный наш фестиваль, и мы очень рады здесь видеть всех знакомых лиц, вас в том числе, Ольга. В общем, в предвкушении. В этот вечер публике предложили окунуться в атмосферу великосветского общества Санкт-Петербурга и отправиться на бал «Маскарад». Все маски глупые, да маски глупой нет. Молчит таинственно, заговорит так мило. Вы можете придать ее словам улыбку, взор, какие вам угодно. Симфоническая сюита Хачатуряна к драме Лермонтова «Маскарад» во всех смыслах презентовала главную идею фестиваля этого года – объединить разные виды искусства. Ему я предаю страдальческую душу, он твой судья. В этой программе соединили музыку, искусство изобразительное и художественное чтение. Возможно ли меня продать, меня за поцелуй глупца, меня, который
по слову первому был душу рад отдать, мне изменить, мне, и так скоро. Ой, если бы вину свою сама я знала, то... Молчи, я сойду с ума, когда же эти муки перестанут? Браслет мой князь нашел, потом каким-нибудь клеветником ты был обманут. Как я был обманут? Довольно, я ошибся. Возмечтал, что я могу быть счастлив, думал снова любить и веровать, но час судьбы настал, и все прошло, как бред больного. Быть может, я успел небесные мечты осуществить. За 40 минут представления разворачивается вся драма. Любовь, потерянный браслет, бешеная ревность и убийство невинной жертвы. Ты все знаешь. Проклятие. Что пользы проклинать? Я проклят Богом. Бедное создание, ей не по силам наказание, бледна. Но все черты спокойны, не видать в них ни раскаяния, ни угрызений. Уже. Прощай, Евгений. Я умираю. Этот фестивальный вечер в филармонии кому-то дал возможность окунуться в атмосферу питерского общества, а кому-то прикоснуться еще раз к наследию великих классиков Арама Хачатуряна и Михаила Лермонтова. Кстати, по традиции дальневосточной весны на сцене Краевой филармонии выступают талантливые юные музыканты, лауреаты международного конкурса «Музыкальный Владивосток». А в эти дни у юных скрипачей, духовиков, ударников появился уникальный шанс попасть на высшую ступень юношеской карьеры, войти в состав Всероссийского оркестра. Такой шанс детям дает маэстро Юрий Башмет. Этот день они запомнят на всю жизнь. Не просто концерт или даже экзамен. В этот день они готовились показать свое мастерство Юрию Башмету. В малом зале Приморской сцены Мариинского театра всемирно известный альтист и дирижер отбирал юных музыкантов в свой оркестр. Всероссийский, юношеский. Я как бы хочу получить опыт от игры, удовольствие, чтобы... люди музыкой наслаждались. Мне очень хочется показать свои умения такому мастеру, как Юрию Башмету, и поэтому я сегодня пришла. Я хочу показать то, что я способна, и хочу попасть в этот проект. Талантливых детей из 15 городов России прослушает маэстро. Глубоко убежденный в том, что музыка может сделать каждого ребенка лучше, он дает шанс юным музыкантам из разных уголков России. Первый состав Всероссийского юношеского Башмет собрал еще в 2012 году. Уже тогда этот коллектив назвали «оркестром будущего». Такой высокий уровень мастерства – показывали его воспитанники. С концертами объездили полмира и завоевали сердца миллионов слушателей.
Ну вот в прошлом туре по Европе, когда мы ездили, там телевидение снимало фильм, канал «Культура». И они брали интервью у слушателей, какая-то мадам сказала, она в таком восторге, отворачиваешься и думаешь, какая энергетика и какой замечательный оркестр, поворачиваешься и не веришь своим глазам, что это дети. Башмету вновь предстоит собрать полный состав симфонического оркестра. 98 человек. Все группы инструментов. Струнную, ударную, медную группу и деревянные духовые. Конкуренция высочайшая. На место претендуют десятки самых талантливых детей. На прослушивании важно показать и техническую оснащенность, и музыкальность. Умение держать себя на сцене – тоже важная часть программы. Независимо от результатов этого прослушивания, само выступление для каждого участника оставило незабываемое впечатление. Какие чувства испытываешь, когда играешь перед великим Башметом? Вначале, когда особенно выходишь на сцену, такое волнение, так немного страшновато. Потом, когда оно выходит, ты погружаешься в музыку и рад этому. Вот. Знаете, волнение, конечно же, присутствует, но еще присутствует такая некая гордость за то, что ты стоишь на сцене, и тебя слушает такой великий маэстро. Попадет в оркестр, Башмет сказать пока не может. Нужно прослушать всех претендентов. Но обещал, что обязательно возьмет несколько детей из Приморья. Очень хорошие впечатления. Хорошо учат. Это слышно, видно. Скрипку хорошо учат. Вот. Но есть дети... Это уже от рождения, так сказать, есть более яркие, менее яркие, более старательные. Или кто-то там, может, и не доучил, но это не, тут этого не скажешь про скрипачей. У них в таком возрасте, там, девочка для 10 лет, замечательно. И еще, и одна, и еще одна, но они уже так постарше. А вот 10 лет так играть – это уже событие. Уже в сентябре Юрий Башмет планирует с новым составом Всероссийского юношеского оркестра отправиться в азиатский тур, который охватит Сингапур, Пекин, Шанхай, Сеул. И первый концерт они дадут во Владивостоке. Мы обязательно увидим и услышим этих детей на большой сцене. Кстати, в эти дни у людей незрячих появился уникальный шанс не только слышать, но и видеть высокое искусство. В этом им помогают тифлокомментаторы. О редкой профессии мы расскажем в следующей программе. И это будет культурно.